Всем привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжелочка, солнышко, вставай, тебя ждут великие дела. Ой-ой-ой, бедняжечка, совсем испачкалась. Ну что же, друзья, давайте-ка первым делом отведем ее в ванную комнату, покупаем нашу девочку. Вот так здорово-здорово купаем, моем-моем-моем, друзья. И пока мы нашу девочку купаем-моем, друзья, давайте-ка передадим привет. Итак, друзья, большущий-большущий привет от нашей любимой кошечки Анжелы всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, еще особый привет Викентию Давыденко и Александру Харитонову. Друзья, большущий-большущий вам привет от нашей любимой кошечки Анжелы. Отлично, друзья. Ой, какая милашка, симпатяшка. Ну что же, замечательно, друзья. А сейчас, друзья, давайте-ка мы почистим нашей девочке зубки и посадим за стол. Бедненькая хочет кушать. Ну что же. Идем тебе навстречу, давай-ка мы тебя покормим, но вначале, извини, солнышко, нужно за тобой поухаживать, чтобы вредные бактерии не попали в желудок. Мы тебе почистим зубки вот так, чтобы у тебя все было здорово и замечательно. Ну что же, замечательно, вот такие вот крепкие, сильные зубки у нашей девочки Анжелочки. Очень хорошо, друзья, а теперь мы можем ее посадить за столик. Итак, что же будем кушать? Итак, есть у нас рыбные суши, а наши котики очень любят рыбку, поэтому вот начнем мы с рыбных суши. И да, здорово, здорово, друзья, и мы переходим на 116 уровень, очень приятно. И у нас награда 5 новых наклеечек и 880 монеток. Ну что же, друзья, давайте-ка мы сразу же перейдем, друзья, с вами к наклеечкам. Итак, вот есть у нас подсказочка, что собери этот набор и получи милые туфли с ремешком. Давайте-ка посмотрим, какие же предлагают нам туфли. Вот такие вот милые туфли. Но пока нет на это время, давайте-ка мы, друзья, раздали нам уже пачечку вот наклеечек. Попробуем вот закрыть вот эту замечательную страничку и получить вот эти туфли. Итак, давайте-ка откроем пачку, посмотрим, что из этого получится. Итак, попадает дубликат 291 страничка, еще дубликат 286, еще дубликат 285, дубликат 290 и дубликат 280. Ну что же, тоже, друзья, неплохо. Возможно, мы эти дубликаты продадим и заработаем еще от этого немножко денег. Итак, ну, друзья, давайте-ка мы еще одну пачку откроем, посмотрим, что же у нас получится. Возможно, ну, все попадают одни дубликаты. Возможно, все же попадется редкая наклеечка, и мы закончим. И да, друзья, вот сегодня удалось все же нам получить эпичную наклеечку. И сегодня, друзья, мы уже закрываем. Вот все наклеечки Анжелочки, получаем 5 кристаллов и получаем награду, все наклейки собраны, и мы разблокировали милые туфли с ремешком. Супер, очень приятно, друзья, вот такие вот милые туфли с ремешком, отлично, друзья, и, наверное, друзья, мы их сегодня оставим на нашей девочке, очень хорошо. Ну что же, друзья, давайте-ка мы вот оставим эти туфли с ремешком, которые мы заплатили. Ой, смотрите, как ей нравится. Вот такая милашка, симпатяшка. Ох, как ей понравилось. Ну что же, здорово. Давайте-ка, друзья, мы докормим нашу девочку. Дадим ей какую-то вкусняшку. В принципе, она практически уже у нас накормлена. Еще что-то попить. Дадим либо кусочек арбуза. Давайте-ка дадим кусочек арбуза. Ну что же, здорово, очень мило, очень симпатично. Настроение у нашей девочки 100%. Замечательно. А сейчас, друзья, мы с вами перейдем в гардероб. И, конечно же, друзья, по вашему желанию сегодня, по вашим комментариям, отзывам, у нас сегодня Анжелочка будет очень необычная. Ну что же, первым делом, друзья, давайте-ка я уберу вот эти замечательные шикарные очки. Потом сниму милые светлые косы. Так, уберем рыжую шубку, снимем макияж, убираем вот так, здорово, хорошо. Пусть немножко мордочка нашей Анжелочки отдохнет, вот так, мило, симпатично. И кроме того, друзья, давайте-ка снимем вот это платье, мини-платье с розами. Итак, туфельки, которые мы выиграли, друзья, оставляем. А сегодня, друзья, у нас тоже будет очень необычный наряд, за который проголосовало очень много наших подписчиков.
А тем не менее, друзья, давайте-ка мы с вами пройдемся по всевозможных нарядах и костюмчиках, и вы выберете тот костюмчик, который вам понравится. Напишите в комментариях, и я по ваших отзывах и комментариях посчитаю, выведу статистику и сниму видео. Так, кстати, глазки еще я не убрал. А вот теперь, друзья, мы можем пройтись с вами по костюмчикам. Итак, вот есть вот такой вот забавный костюмчик индианки, костюм на Хэллоуин, зимняя пижама, новогодний костюм, пижама-боди, балерина, школьная форма, ниндзя, пижама-зайка, дизайн от Монстонес, Клеопатра, королева, невеста, розовая фея, валькирия, принцесса, наряд поп-звезды, красная шапочка, фермер, фея, прима-балерина и гавайский наряд. Вот такие вот чудесные, друзья, классные костюмчики. Вот только, друзья, непонятно, почему вот когда она наша в гавайском костюме исчезает туфельки. А ну-ка, друзья, мне интересно, если я выберу гавайский наряд, и нет, а вот видите, если когда я выбираю туфельки, мы можем одеть нашу Анжелочку вот всевозможные туфельки. Здорово, да? Вот, например, вот эти, которые милые туфли с ремешком. Вот видите, все же может наша Анжелочка быть в гавайском наряде в туфельках. Ну что же, давайте-ка, друзья, еще просмотрим еще другие наряды. Итак, новогоднее платье, клубничное платье, розовый наряд, дизайн от говорящей Анжелы, марсианское платье, наряд среднее сияние, наряд ботаника, спортивный костюм. Смотрите, как все же прикольно вот эти вот интересные, милые башмачки идут к нашей Анжелочке. Вернее, это туфли. Так, итак, ленивые выходные, стиль хип-хоп, платье в горошек, китайское платье, скейтбордистка, рокерша. Вот рокерши, у нас есть обувь для рокерши. Вот нужно будет, друзья, наверное, если вы напишите в комментариях, сниму я и видео на вот эту тему. Бизнес-леди, индийские сари, вечернее платье, мини-платье с розами, свободный наряд. Кстати, друзья, вот за свободный наряд у нас большое количество людей проголосовало, и поэтому сегодня, друзья, видео будет свободным нарядом. Вот только вот этот свитер мы можем, друзья, поменять цвет. И давайте-ка мы это сделаем. Давайте-ка мы сделаем вот такой вот интересный вот свитер сделаем. Светленький, вот с каким-то голубовато-зеленоватым оттенком. Ну что же, здорово, друзья. На этом мы остановимся. Ну, да, я пока дойду до конца, друзья, чтобы вы определили, какой еще из этих платьев или костюмчиков вам очень здорово понравится. Ну, а пока, друзья, вот мы определились, с чем у нас сегодня будет, во что будет одета Анжелочка, а вы смотрите, выбирайте. Итак, здорово, здорово, и победите сегодняшней игры. Вот такой вот интересный костюмчик, но смотрите, какой кошмар. Анжелочка очень хочет, чтобы ей почистили зубки. Давайте-ка мы поможем в этом нашей кошечке, поухаживаем за девочкой. Все же котики, они очень милые, но вот они нуждаются в уходе за ними. Вот у меня, например, есть котик, было два, сейчас, к сожалению, только один остался, один погиб. Но, тем не менее, очень мы его любим, рыженький, и зовут его Лёва. Пишите, друзья, в комментарии, есть ли у вас котик и как его зовут. Отлично. Ну, а пока, друзья, давайте-ка мы с вами еще вернемся в гардероб и попробуем вот сделать для нашей Анжелочки. Очень и идут вот эти туфельки. Вот я все же думаю, друзья, вот этот прикольный наряд. Свободный наряд. Вот, возможно, эти туфельки не очень к нему идут. Все же эти туфельки с завязками вот совсем бы по-другому пошли. Итак, давайте-ка посмотрим. Возможно, друзья, мы все же их заменим. Итак, друзья, что же у нас есть в наличии? Кстати, друзья, после вот этого чудесного обновления есть у нас множество обуви. Поэтому, друзья, я хочу подбирать, вот открыть в каждом видео новую обувь. Поэтому, друзья, пишите в рекомендации те костюмчики, которые было бы здорово подобрать к обуви. Итак, у нас есть классические туфли-лодочки, есть туфли с завязками, есть уютные тапочки. Это мы вот несколько видео назад разблокировали.
так удобные слипаны. Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, кто в курсе, удобные слипаны, они как, какому костюмчику идут? И вот идут ли они к этому свободному наряду, или лучше к свободному наряду на купить вон и кроссовки? Ой, слушайте, друзья, смотрите, как здорово вот эти модные кроссовки идут к свитеру. Как будто специально подбирал. Давайте-ка все же, друзья, вот куплю я сегодня модные кроссовки. Смотрите, как здорово они подошли к свитеру. Супер-супер. Ну что же, вот эти веселые резиновые сапоги, это я так понял, к фермеру очень здорово подойдут. Так, повседневные кеды, кстати, тоже неплохой вариант, можно было бы купить. То есть, друзья, классные балетки, это мы уже их купили. Нужно будет, друзья, попробовать их к балерине подобрать. Кроме, вот есть у нас ботинки для рока, и у нас есть рок-костюм. Вот, нужно будет, конечно же, сделать отдельное видео по рок-костюмы и вот эти. А вот эти милые туфли с ремешком, друзья, мы не будем сегодня надевать. Все же вот эти кроссовки лучше. Ну и вот сделали мы круг, прошли опять, друзья, к классическим туфлям лодочки. Ну что же, друзья, давайте-ка подберем сейчас еще глазки. Очень здорово идут кроссовочки к нашей Анжелочке. В принципе, очень здорово, мне понравилось. Ну и давайте-ка, друзья, попробуем подобрать глазки. Зеленый, по-моему, неплохой вариант. Желтый не очень. Вот, а голубые, друзья, мне что-то не понравились. Не знаю почему. Ну, то ли костюмчик, то ли кроссовки, то ли весь внешний вид. Вот, голубые что-то мне не понравились. А вот зеленые очень здорово понравились. Давайте-ка, друзья, на зеленом и остановимся. Хорошо. И еще, друзья, конечно же, нужно будет подобрать макияж. Но вначале, друзья, давайте-ка попробуем подобрать причесочку. Вот. Вот такой вот вариант, мне кажется, это будет идеальный. Хотя, друзья, давайте-ка рассмотрим другие варианты. Давайте-ка посмотрим другие варианты. Возможно, что-то лучше подойдет. Итак, вот смотрите, друзья, какой классный вариант. Длинные светлые волосы. Мне кажется, это, друзья, даже лучше. Давайте-ка мы на нем пока остановимся, а потом просмотрим еще другие варианты. Итак, друзья, смотрим. Пишите, друзья, в комментариях, кстати, какой из вариантов вам лучше понравилось. Ну, а сегодня наша Анжелочка будет очень необычной. У нас еще и ее вот такой не было. То есть, друзья, возможность что комбинировать и что делать. Итак, друзья, оставляем Анжелочку вот такой вот необычной. Вот давайте-ка я выйду, посмотрим. Вот такая вот необычная симпатяшка, милашка. Смотрите, как здорово ей подходит вот этот прикольный свободный наряд. Плюс кроссовки, длинные волосы. По-моему, очень-очень симпатичный, классный вариант получился, друзья. И осталось, друзья, только вот подобрать нам макияж. Итак, давайте-ка возьмем какие-то не слишком яркие румяна. Но тем не менее, чтобы проявилось вот так немножко, вот так румяна немножко все же проявились. Вот нежно-розовый цвет мы подобрали. По-моему, довольно-таки милый, довольно-таки симпатичный. Неплохо. Еще, друзья, давайте-ка мы попробуем подобрать вот какие-то тени. Ну-ка посмотрю, не слишком ли вот эти зеленые будут яркие. Немножко ярковатые, но возможно это будет неплохо. Так, еще, друзья, давайте-ка мы попробуем взять тушь и подкрасить реснички. Вот сразу же придают они объем нашей Анжелочке. И, друзья, осталось только подобрать помаду. Либо розовую, либо красную. Не хочется мне слишком яркую делать, потому что здесь белая шубка. Поэтому, друзья, давайте-ка попробуем вот такой вариант. Ну что я скажу, очень мило, очень симпатично, очень здорово выглядит наша Анжелочка. И давайте-ка, друзья, еще попробуем посмотреть, как она будет смотреться в разных шубках. Вот, и мне кажется, друзья, немножко тени вот слишком уже зеленоватые. То есть пишите в комментариях, так ли, не так, либо это все же лучший вариант. Итак, давайте-ка посмотрим, как наша девочка будет смотреться в разных шубках. Очень-очень мило смотрится розовая шубка. Черно-белая неплохо. Рыженькая довольно-таки мило и здорово. И серенькая довольно-таки интересный вариант. Но, честно говоря, друзья, беленький вариант мне очень здорово понравился. Даже лучше, чем розовый. Хотя розовый милый. Лучше, чем черно-белый. Хотя тоже довольно-таки здорово.
рыженькая. Вот, в принципе, два лучших варианта. Рыженькая и беленькая. Ну, все же, друзья, вот оставим мы белую Анжелочку. И вот немножко у меня вот эти тени зеленые. Хотя, вот смотрите, друзья, вот эти зеленоватые тени, они здорово подходят к кроссовкам и вот этому свитеру. То есть они как бы немножко вот так гармонируют, чтобы тени еще немножко не такие яркие зеленые были бы. Это был бы вообще идеальный вариант. А ну-ка, друзья, возможно, я попробую вот такие вот более телесного цвета. Возможно, вот так будет немножко лучше. Итак, посмотрим. Ну, в принципе, неплохо, но вот мне кажется, друзья, что раньше было лучше. Хотя так тоже здорово. А ну-ка, друзья, давайте-ка посмотрим, какие еще есть тени для нашей Анжелочки. Давайте-ка посмотрим. Итак, какие же у нас есть тени? Есть голубоватые, фиолетовые, телесные, розовые, серые. Это вообще фиолетовые с блестками. Так, золотистые. Ну, золотистые, желтые, мне кажется, друзья, не пойдут. Интересно бы было посмотреть, как голубые поют. А ну-ка, друзья, давайте-ка посмотрим. Нет, нет, не нравится, друзья, не нравится. Ничего с собой не могу поделать, но не нравится. Вот так. Давайте, наверное, все же либо зеленые, друзья, либо телесного цвета. А вы, пожалуйста, в комментариях напишите. Вот особенно девочек прошу. Вам, как девочкам, более виднее. Но мне кажется, в принципе, вот либо телесный, либо вот такой вот зеленоватый цвет, по-моему, более мило, более симпатично. Ну и еще бы, друзья, возможно, какие-то интересные очки подобрать. Либо романтические, либо вот такие вот шикарные. Только подобрать какую-то интересную вот такую вот оправу. Вот. Ну, зеленоватая, мне кажется, перебор. Хотя вот без очков тоже, в принципе, довольно-таки интересный вариант. В принципе, тоже довольно-таки мило и симпатично. Нет, давайте-ка, наверное, друзья, все же не будем сегодня одевать очки. Пусть Анжелочка будет без очков. Вот такая вот милашка, симпатяшка. Очень-очень мило, очень-очень здорово выглядит. Ну и давайте-ка, друзья, где-то переместимся с нашей Анжелочкой вот в террасу. Куда бы нам отправиться? Сейчас мы посмотрим. Сад Анжелы вот мы уже снимали. Было бы здорово в тропический рай, но немножко, друзья, не к месту она одета. Немножко жарковато и будет в свитере. И в этом свободном наряде Париж возможно. Нью-Йорк тоже возможно. Зимняя сказка. А ну-ка, друзья, интересно было бы. Но вот в зимней сказке, мне кажется, уже будет и немножко холодновато. Вот в свободном наряде. Ну, все же, друзья, давайте-ка посмотрим, как выглядит. Ну что же, мило, симпатично. Еще вот так снежок падает. Довольно-таки интересный вариант. Тоже можете написать в комментариях, какой же вариант вам больше понравился. Ну, а давайте-ка, друзья, я еще раз посмотрю, какие у нас есть варианты. Ну, дно океана, мне кажется, не годится. Хотя вот с дном океана мы, в принципе, еще очень редко снимали. По-моему, я вообще не снимал, потому что вот никуда не подходило. А вот, в принципе, вот такой вот интересный у нас костюм, возможно, было бы неплохо. А ну-ка, друзья, давайте-ка посмотрим, как бы выглядела наша Анжелочка вот на дне океана. Ну что же скажу, тоже довольно-таки мило, симпатично. Но все же, друзья, мне кажется, что лучше давайте-ка мы с вами переместимся. Вот, либо, ну, Королевский дворец отпадает, сад Анжелы мне что-то не хочется, тропический рай что-то тоже. То либо Париж, либо Нью-Йорк, либо в зимнюю сказку. Давайте, друзья, все же у нее свитерок. Я надеюсь, что наша Анжелочка не замерзнет. И переместимся, друзья, в зимнюю сказку. И игровую приставку давайте-ка немножко вот так понизим в уровне, чтобы не закрывала хижину и вот этот чудесный снег. И причем, друзья, вот зелень уберем. Давайте-ка мы сделаем что-то вот такое вот интересное. А давайте-ка тоже оставим вот такой вот голубой стиль. Но у нас, друзья, немножко давайте-ка посмотрим. Вот свитер таком с голубоватым оттенком и кроссовочки. Немножко они сливаются. Давайте-ка я все же немножко что-то переделаю. Давайте-ка я вот нашу террасу немножко переделаю, чтобы не голубой, а вот такой вот желтоватый вот здесь. И вот здесь я тоже немножко вот так дубовый пол сделаю. Вот.
Вот так значительно лучше, да, значительно интереснее. Ну что же, замечательно, замечательно, друзья. Давайте-ка мы еще для нашей девочки внесем изменения в кухню. Тоже сделаем кухню какой-то необычной. То ли голубоватой, то ли вот желтоватой. А давайте-ка, друзья, сделаем ее желтоватой. Вот, правда, не уверен, друзья, что удастся мне подобрать скатерть. Но, тем не менее, попробуем. Вот, смотрите, как мило, как симпатично это все получилось. И еще возьмем солнечные обои. Смотрите, как необычно, как здорово это все у нас получилось. Довольно-таки мило, симпатично. Давайте-ка, друзья, еще ванную комнату. Тогда мы тоже переделаем. Опущу я ее, друзья, до второго уровня. Но, по-моему, это будет очень мило. Вот такой вот желтоватый цвет. Вот такой яркий, симпатичный, солнечный. Так, вот возьмем еще обои персик и возьмем солнечные обои. Очень необычно, очень светло у нас появилось. Смотрите, друзья, как мило, как симпатично, как здорово смотрится наша девочка в этой ванной. Давайте-ка еще немножко ее вот так погладим. Хорошая, хорошая, хорошая Анжела. Вот такой вот получился у нас сегодня свободный наряд, в котором очень здорово выглядит наша девочка. Ну что же, здорово, здорово, друзья. Осталось только внести изменения в спальню. Давайте-ка мы тоже, друзья, опустим все до второго уровня. Причем вот смотрите, какие замечательные, симпатичные игрушки у нас еще появились. Очень здорово. Ну и, к сожалению, друзья, нет желтоватой вот такой вот постельки. Хотя вот есть постельное белье закат, постельную зеленую полоску, пурпурную. Ну, романтическую не хочется. Вот постель, полоску, наверное, это более к желтому подходит, более не находил я. Ну что же, здорово, мило. Ага, а вы, друзья, обратили там на заднем плане вот изображение в виде тарелки, и в нем Томушка изображен. Сейчас я, друзья, еще вам более подробно покажу. Вот видите, там на заднем плане в голубой тарелочке изображение Тома. Вот любимый ее котик. Здорово, здорово, что-то я раньше не обращал внимания. Вот так замечательно, мило, симпатично. Ну что же, друзья, вот так чудесно сегодня у нас получилось видео. Очень необычная Анжелочка, очень симпатичная, очень классная. Еще, друзья, хочется мне посмотреть, как будет она выглядеть маленькой кошечкой. Давайте-ка мы дадим ей зелье маленькой кошечки и посмотрим, как это все будет смотреться. Итак, вот, вот это зелье маленького котенка. Отлично, его Анжелочка выпивает и превращается в вот такую вот милашку, симпатяшку, маленькую кошечку. Давайте-ка посмотрим. Ой-ой-ой, как здорово идет ей вот этот свободный наряд и вот эти чудесные милые волосы. Очень здорово, друзья, очень замечательно. И давайте-ка мы с вами переместимся еще в гардероб и посмотрим, как же она будет смотреться в разных шубках. Итак, белая шубка очень замечательная, очень симпатичная. А как же будет смотреться, давайте-ка посмотрим, розовая шубка. Смотрите, как чудесно, как замечательно, очень здорово. Кроме того, еще черно-белая шубка, рыженькая. Да, да, ой, как ей нравится. Замечательно, друзья, очень хорошо. Еще у нас есть серенькая и черненькая. Ну, что я, друзья, скажу. Вот, бывает разница между большой Анжелочкой и маленькой. Но вот сейчас смотрю, на что я смотрел на большую, что на маленькую. Все же, вот, в большой белая шубка очень здорово выглядела. И рыженькая в большой и в маленькой очень здорово выглядят. Ну все же, друзья, оставлю я белую шубку. И на этом, друзья, уже будем прощаться. Причем наша девочка уже устала. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в комментариях, друзья, какой вы хотите еще видеть Анжелочку и в какой обуви. И я согласно вашим отзывам и комментариям буду снимать видео. А пока, друзья, мы прощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий и нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной серии. Всем пока, друзья. До новых встреч.